Всем привет, друзья, канал Мусалин. В работе у нас Toyota RAV4. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Забрали краткий обзор. Пол в багажнике, видите, несколько кусков вибропласта приклеено. Задняя арка у нас голый металл. Мобиль одна из самых шумных мест. Пол в салоне, так, кое-где обработан. Крыша голый металл. По дверям также ни единого куска, ни шума, ни виброизоляции нет. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на RAV4. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки крылья. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен пол в салоне. Обработана крыша. По дверям смотрим, первый слой нанесли вибропласта, толщина его 3 мм. Приступили наносить второй слой, это мембранная шумоизоляция интегром 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на RAV4. Проклеена с мембранной шумоизоляцией пол в багажнике. Пользуем блокшот 7 мм. Также мембрану нанесли на задние арки и пол в салоне. Титан 8 мм. Крыша обработана. Пользуем Skyline 7 мм. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт, толщина его 2 мм. И четвертый, заключительный слой, мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель Эксперт 15 мм. Мобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.